Недавно отремонтировали, и вот теперь снова. Одесский горсовет потратит 13,5 миллиона гривен на дополнительный ремонт спуска Маринеска и улицы Софиевской. В частности, на Софиевскую добавят еще 10 миллионов. Интересно, что работами займется все тот же подрядчик Росдорстрой, который связывают с бизнес-партнерами действующего мэра Геннадия Труханова. Дополнительный ремонт объясняют необходимостью замены трубопровода, демонтажа старой тепловой камеры, прокладкой дренажного провода и кабельной канализации. То же самое делали во время прошлого капитального ремонта, который обошелся городу в 232 миллиона гривен. Софиевскую открыли почти год назад, а спуск Маринеска в конце этого лета. А вот почему после капитальных работ неожиданно понадобился еще один ремонт, непонятно.